Перед вами бурная река, сметающая все на своем пути, что не представляет возможности перейти ее. Сама река так и не имеет имени, но мост через нее очень известен, и люди называют его мост тролля. Перейти мост. Так, и чё? Желаете пересечь мост? Тогда платите троллю. Не, с чего это буду платить? А я с ним драться должен, или я могу поговорить с ним, может? Ну, попробую убить его. Не. Здоровяк. Огромное существо смотрит на вас сверху вниз. По-видимому, не испуганное ни вашим присутствием, ни вашим снаряжением. Хо-хо-хо! Кто такой идиот, спотыкаясь о мой мост? Тролль жаждет немного золота, потому что ты топчешь его мост. Ты просто здоровый, уродливый дурак, а не тролль. Хо-хо-хо! Когда я был маленьким, моя мать говорила мне... Грендель, сынок, если кто-то скажет, что ты здоровый или уродливый, или дурак, просто не обращай на него внимания. Но если кто-то назовет тебя сразу тремя этими словами, врежь этой скотине по роже. Огромное существо смотрит на вас сверху вниз, по-видимому, не испуганное ни вашим присутствием, ни вашим снаряжением. Хо-хо-хо! Тролль жаждет немножечко золота, потому что ты топаешь через его мост. Так, надо гулять его. Холера. Да ладно. Еле-еле. Здоровяк убит ударом Адонис. Вот эта битва была. В сердце всадил. Не, не в сердце. В грудь просто. Повержен тролль лежит у ваших ног, а вы получаете славу. Счастье. 1000 пеннингов, 8 к известности. И топор. Ох. Так, инвентарь. Топор тролля. Славный топор.